Давай, шашлык, окей. Приятного просмотра. Так. Вот эти три игры нам надо посмотреть. Начнем, пожалуй, вот с этой. Resplice называется она. Она посвящена вообще коопу, но типа как бы у нас коопа не с кем. Поэтому играть будем в одиночку. Мы попали, чувак. Последняя бутылка Грога прошлой ночью точно была лишней. Скажи, до сих пор кружится голова. Поверить не могу, что кентавры считают за пинту. Хватит уже, мне кажется, меня сейчас тошнит. Если мы опять опоздаем на эти занятия, нас отстранят от учебы. Без вариантов, мы не успеваем вернуться вовремя. Я знаю короткую дорогу, следуй за мной. Так. О, ботики, ботики, это хорошо. Еще боты. О, май. Вот это да. А боты мы знаем сами, предвестники чего-то хорошего. Обычно боты, потом долбоебы, а потом что-то хорошее. Ждем долбоебов. Ууу, ничего себе, ничего себе. Воу. Атака ботов, пацаны. Вот это да. А, ну вы не видите, на экране у вас сразу мьютится. Но тут, короче, боты нападают. Вот это прикольно. Так. Это называешь дорогой короткой? Фома неверующий. Подбрось к меня. А, то есть мы нажимаем этим и сразу переключаемся на другого, понял? Ладно. А можно как-то его подозвать, чтобы он сам подошел? Музыку запретили? А тут вообще все запретили. Ну, музыка, она как бы есть. Но ее как бы нет. Тут вообще немножечко так это. Ну, давайте я попробую музыку сделать. Ну это короче очень. Ой, Варк, здорово. Это короче очень странная игра будет. Видимо, кооп такая аниме. Ну, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Может, кому-то будет интересно. Название игры, естественно, будет на ютубчике. Когда вы смотрите записи, у вас там есть четкая система. Нихуя себе. А, это сон был. Вот, и, короче... Я уже не... А, Resplice она называется, да. Страшный сон, в котором сын взорвал своего брата. Это был не сон, бро. Вот, лови. Что это? Это воскрешение. Правда круто, а? Благодаря тому, что парный комплект, тебе нет нужды знать некромантию. Прочитай книгу, и ты сможешь исправить любые основные проколы, которые могут случиться на ходу твоего обучения. Так, ладно, понятно. О, боже, что? Свиток воскрешения. Как обычно, все классика. Угу. Так, что у нас тут такое? Так, надень-ка эту парочку кандалы.
Только дело, босс, у меня кандалы закончились. Тупицы, я же тебе говорил, побольше взять. Неважно, все равно я не чувствую в них магии. Брось их в колодец. Что, мы можем об этом поговорить? Анимация, охренеешь. Ну, как обычно, напал какой-то нехороший человек. Точнее, бык. Или что там это было за существо. И мы сейчас будем выбираться отсюда, чтобы напихуюнить им в ответ. Опа. Так, игреком воскрешать. А, вот количество воскрешалок, видите, у нас не так много. То есть, причем у нас не система жизни, а система воскрешения. То есть, если мы убираем за блондинчика, то теряется бар у другого. Поэтому интересно. Надержите воздух, чтобы взять цепи. О, блин, а сам он не возьмет цепи, серьезно? Ну, такие игры, конечно, лучше играть вдвоем. Опять? А хрен там. О, Аша, здорово. А, вот. И чё? А, череп на кнопке лежал. Понял. Очень херово, что надо проходить по два раза. Вот это, конечно, не очень. Так, шипы. Трупик, по-моему, да? Да, на трупике можно прыгать. О, восстановили. Ну да, я понял, да. Я думаю, вы тоже поняли, да? Можем разбивать. Понял. Это было оригинально. Ну да. Так подождите, мы этим можем то же самое сделать. Ой. У нас нет, к сожалению, лучника. Ладно, стой на кнопке. Вот сволочуга. Ой. Ладно, еще раз. Прыгает, начинает, подонок. Я все же посмотрю, что это не очень хорошо. Удачно. Давай, шлашаскин, покедово. У нас все не индюшатина, поэтому... Что я не особо хорошо сейчас понимаю. Типа, че вообще? Стоя на нем. Не? Ну то есть мы стоим на нем. Вот так. Подождите, а как нам? Можно на трупик положить.
А, нам, наверное, на ту... На вот этот трупик нужно положить. Блин, тут будет сложновато. Блин, а мы не сможем. Ага, нам нужно опять там опустить, понятно. 57, а, молодец. Молодец. А там стоять-то можно? А, подожди, может быть мы можем по этому придурку прыгать? Нет, не можем. Я не понимать. А, можно прыгать по ним, все, по. А я Destiny дропнул, больше не буду в это говно играть. Прикольно, кстати, игра вот эта. Ее в коопе, наверное, даже было бы интересно поиграть. Может быть, если однажды... Не знаю, правда, каким образом. Но если захочется поиграть в коопе, в индюшатину какую-нибудь, то можно будет в стиме вот это купить и... по скидосу какому-нибудь. И поиграть. То есть для коопа она прям... Ну, хорошо подходит. По-моему, это динамит, блять. А, о. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я ничего не понял. Тут надо реально играть, короче, с этим самым. Блять, я нихуя. В управлении путаюсь. Во. А, топу-то. А, я перепрыгнем. И чё? А-а-а! Все, понял. Я думал, надо зажечь об фитиль. Ой, слышь, ты брось его. Во. А тут на дистанционочке. Понятно, понятно. Так. Понятно, надо, чтобы белобрысники нас обязательно поднял. О. Не, ну она чисто для двоих все-таки. Она чисто все-таки для двоих в большей степени. Достаточно прикольная, кстати, игра. Странно, что я о ней ничего не знал особо. Такая для свеча хорошо. Потому что, скорее всего, можно играть вдвоем на одном экране, скорее всего. Больше, чем... Хотя не факт. Походу кто-то должен гуфануться. Да.
Зачем я это сделал? Так, ладно, мы в это играть не будем. Я-то как бы, я залью это как часть видоса общего, но это неинтересно играть. Это неинтересно играть одному. Это надо играть с кем-то. Скачивается у нас Burnout Paradise. Хреново скачивается, надо сказать. Ну, за сегодня, наверное, не успею скачаться. Ну, ничего страшного. Так. Вот эту игру. Смотрим дальше. Сегодня, так сказать, ознакомительный стрим по индюшатине, накопившийся немножечко, потому что Нудес не оказался полным говнищем, а реально вообще неиграбельным. Аша, а чё ты не сабришься на канал? Ты же свой чел. Надо же сабаться. 130 рублей всего, сабскрайб. А вы не сабуетесь. Вот там левелапайте себе, левелапайте в геншине. Надо же сабаться на канал. Это же самое главное. Ох ты, нихуя себе. А как это так работает у них, интересно? Давайте, ладно, ради прикола. Видимо, переключаться будем между формами. Я сюжет не хочу. Можно я просто поиграю? Я за что люблю индюшать, но здесь можно просто играть. Не надо сюжет в индюшать, но запихивать. Чуваки, ну реально, камон, ебаный карась. Так, джамп. Блин, тут только на стике управление, ё-моё. А можно я просто играть буду? Жесть. Вот современные игры. Так, господи, даже в индюшатине, блядь. Надо было, наверное, прочитать, да, что пишут. Может, нам сюда? Во. Окей. Ну, короче, что-то такое себе прям игра. Музыка, конечно, ничего такая.
Ну чё-то какая-то дичь. Хрень какая-то чисто полная вообще. Полная хуйта. Я не понимаю, это больные люди, по-моему, делали. Явно с отклонениями. Ты можешь съесть робота? Можешь. Нормально. Я, конечно, всякого говна в жизни повидал, но кого вообще, чё? Ну это какая-то ебона дичь просто. Это я не знаю, даже сложно вообще. Во-первых, она мыльная какая-то. Слушай, какую же говно мне присылают игры, это просто пиздец. Играя в эти игры, по-моему, я смертные грехи замаливаю. Это пипец. А мы наверх можем еще делать даже. Да, это конечно, да. Надеюсь, что на ближайшее время пойдется хорошая индюшатина, потому что чё-то как-то... Я думаю, достаточно. Я думаю, что достаточно. Это пиздец. Это пиздец. Вот это тоже хорошая игра, но удалим, потому что места много живет. А играть мне в нее не с кем. И давайте Xenocrisis поиграем. Жесть, вообще просто жесть, какие хуёвые игры, просто, блядь. Кошмар. Да, хорошая индюшатина, это действительно тяжело. Громко, чё там? Можно попить?
аудио. Угу. Ладно, давайте я сделаю потише. Вот вам немножечко вот здесь. Пишите потом, как вам стало. Еще я потише сделаю. Так, вибрация выключена. Difficulty. Какой нахуй difficulty? Hard. Че, ебанулись? Изи, конечно. Hard. Левым стиком бегаем, правым стираем. Найс, найс. О, огнемет. Все. Подождите, а controls была такая, нет? Это удар в мили. Это ничего не делает. Это граната. А, пол. Можно играть на крестовине, ничего себе. Вот это да. Так, нам, наверное, надо все сходить. Так, патроны надо беречь. Патронами все плохо. Давайте заново. Чисто сеговская графа. Прикольная игра вообще. Не очень удобно стрелять, потому что все направлений, как бы, сколько получается, 8, да? Но... Хорошо, я от патронов к патронам успеваю. Блин, надо собирать сразу жетоны там. Ёбушки, воробушки.
Так, а континью меня откуда поставят? А, отсюда же, йо. Нойс. Вот это прикольная игра, кстати. Это прикольная игра. Ее в коопе тоже было весело поиграть. Но когда Xbox какой-нибудь появится, если она еще будет в Xbox. Так, health, increase your health limit. Increase your weapon power. У нас получилось только хп и пауэр увеличить. Ну ладно. Слушайте, а тут, по-моему, должен быть перекат, не? А, о! Блин, я сейчас поймал. Блин, это просто охеренная игра. Патроны кончаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мы пришли-то вообще откуда? Ничего хорошего не случилось явно. Очень бы не хотел, чтобы закончить патроны. Блять, аптечку просрал. Ой-ся. Блин, жесть. Настраивать постом. Надо внимательно за хвостом следить. Потом хочет. Ну убьем, не? Убили! На последнем хп, на последнем конте. Да, ну ужасно почти, конечно, Е ранг.
Оружие дается на время. Можно, соответственно, не жалеть. Блять. Йогурты. Охренеть, как тяжело. Все, пиздец. Жесть, жесть. Че, перекат надо юзать? А последний конт? Ой-ой-ой, снайпер, блядь. Снайпер, нихуя не попадатель. Да, патроны здесь закончатся, походу, не могут. Как только у тебя их становится мало, тебе высылают.
Сволочи. О, Рэмбо, здорово. Да, Destiny больше не будет. Конченое говно. Удаляй это говно, чувак, удаляй. Не мучай себя тоже. Блять. Да говно это, чувак, а не игра. Удаляй ее нахуй. Блин, вот это попадание. Хотя, ну отношусь уже как долго, а? Ой, Все. Блять. В смысле ты не умерла? Ты охуела, что ли, а? Она все равно не умерла. Ну ни хера себе. Не, ну это пиздец уже, не ладно. Тут уже все. Они ни хера не умирают. Пиздец. Газ, короче, понятно, зачем теперь газовая маска нужна, чтобы в этом газу не умирать. Жесть. Вот бы в коопе в нее поиграть с кем-нибудь. Она, наверное, на Стиме тоже есть. Надо будет в Стиме, может. Сейчас еще разочек поиграем, сейчас только перечик сделаем. Ой. Блин, вот эта игра, вот это я понимаю, реальная игра. Побольше вот таких, конечно, игр. Ой. Я говорю всегда, надо проверять индюшатину, надо. Копаешься в говне, копаешься, но однажды находишь какую-то пиздатую реальную игру и прям заебись. Давайте перерывчик сделаем и продолжим.
Ух, какая сегодня жара, пипец. Просто пипец, дорогищи. Так, ну давайте попробуем еще разочек. Все лучше и лучше, я играю потихонечку. Жалко, стрелять можно только в одно направление. Ну, в смысле, нету возможности. Сейчас, а может, кнопку удобнее будет? Ну, кстати, кнопками довольно-таки тоже неплохо. А можно я, пожалуйста, подберу? Ну что, нормально? Блять. Эти паразиты ползающие. Где? Нойс. Подождите, а вот это что такое? Не? Ой, бля. Понял, ладно. Не понятно, нахера мы сюда приходили, но ладно. Блин, много жизни потратил. Сложное место. По-моему, флэнфлоуэр их прожектайл сжигал к херам собачьим. Не получи дэмэдж, не получи нелепый дэмэдж. Еп! Фух! Жесть. Так, ну тут очевидно, что надо качать power. Power и хп, наверное. Я не знаю, что он прикол озера. Бля, вот я не успеваю подбирать жетоны с них упавшие. Вот это большая проблема.
Так нельзя, конечно. Надо подзабирать жетон, успевать. Бля, с дверьми стоять рядом тоже нельзя. Чел, ты сдохнешь, нет? Блин, как неудачно я. Блять. Что это за говно? Нормально, совет. Гранатами здесь попасть, мягко говоря, тяжело. Откуда мне вот нахуй? Сусать. Все сусать, блять. Чел, сэнд мне. О, Зельбов, здорово. Да, да, ты уже был сегодня. Да, у нас сегодня дюшатина, потому что говнище редкостное, короче. Destiny — это говно. Не играйте в Destiny, чуваки. Никогда не играйте в это говно. Ну что, посмотрим сейчас с вами еще Burnout Paradise немножечко. От нехуй делать сегодня. Вместо Destiny у нас все подряд. Блять! А, может быть, убить. А, Савод пришел. Ух, ладно, континуем, хуй с ним. Блин, я ведь знаю, как играть правильно, то есть с него уже понял тактику. Что как бы дамажит хвост исключительно. Блин, жалко умер, не умер бы, все было бы хорошо. Не умер, все было бы хорошо. Ну ладно, мы потеряли одну. Больше все равно у нас не могло быть. Хорошо здесь. Патроны бесконечные у временного оружия, а не только время какое-то и все. Помню, когда я появился на надеющийся, то есть нам нужно только выживать. Восстановиться, они, мягко говоря, не очень хорошо. Обязательно надо поднимать все, что с них падает. Я вот это вот плохо, потому что я много не подбираю. Да, больше 7 жизней быть не может. Хорош. Ой-ой-ой. Ох, все. Ух.
Да, надо титанфольчик второй пройти, все будет. Еще разочек. Качать его на дне. О, блядь. Блин, ну все, поплавал. Потерял концентрацию. Вот в этих играх всегда так один раз получаешь, и все, и пиздец. А ведь нельзя так. Самое главное, мышей сразу расстреливать в первую очередь, блять, дико раздражает. Блин, две жизни все осталось. Мышь. Есть. Мышь убили. Это самое главное. Самое главное убивать сраных мышей. Есть. Хорош, бля, она вылезла прямо здесь, где я был. Чёрт, нормально. Блин, ну две жизни неплохо. Блять, мышь. Ух. Мышь. Есть. Мышь. Блять. Это проблема. Блин, ну я еще что-то могу. Что-то еще руки-то помнят. Игра хардкорная, а я потихонечку справляюсь. Блин, вот это я, конечно, подставился. Сейчас ты подставился. Ай-яй-яй-яй, прям на меня упало. Ой. Последняя жизнь. Ну до босса дошли, походу, да. А, тут вообще босса не будет. Лол. Ну 24 жетона все собрали. Может, одному даже и проще в эту игру. Так.
From Deadly Gas. Гранаты, гранаты, конт. Так, максимум спид. Самый лимит нам не очень сильно нужен. Эти маску купим, ладно. Патроны дают, как бы. А иметь возможность как бы быть иммунным к газу, это вполне неплохо. Мало ли, может, тут еще больше газу будет. Потому что патроны дают, как бы, больше своих патронов таскать бессмысленно, их дают. Их подобрать для меня, в общем, не особо напряг. Ой, бля. А, от них остаются пятна вот эти на земле, на них наступать нельзя. Понял, принял. Так, вот эти все я сломал зря. Не надо было их все ломать. Так, ребаунс это очень хорошо. Ребаунс это хорошо. Они сами все делают. Блин. Так, ну давайте налево. О-о-о, Джонсон. Ой-ой-ой, наступать нельзя в лужу войти. Большая была аптечка, большие аптечки бывают, ничего себе. Блин, вот эти синие прям конкретно напрягают. Твою мать. Они так быстро бегают, это просто пиздец. Как быстро бегают вот эти синие. Так, мы, наверное, должны были собрать, да? Чтоб что-нибудь открыть деньги. Так, а птичечка это неплохо. Сейчас должны патроны уже упасть. Да, вон они. Так, кто? Блин, ну тут уже патронов прям не хватает, да, надо бы, наверное, покупать. Блин, вот эти синие прям сильно бесят, они такие быстрые, пиздец. Бля, что я сделал? О-оу. Опа, ну. О-оу. Бля, сожрал, сука. Конты еще есть? Должен быть, по-моему, еще один конт. Два конта есть, нихуя есть. Это проблема, не нормально. Бля, гениальная игра на самом деле, просто ебануться, гениальная игра. Казалось бы, простая, но вместе с тем гениальная. Можно было и патрончики кинуть вообще, ну ладно. Блять!
нельзя стать с ходом, выходом. Это сволочь, а. Блин, они взрывные. О, это что такое? Бля, не могу подобрать. О, это я зря сделал. Ну хотя ладно. Не, ну мне пизда здесь все. Это ужасное оружие. Оно очень хуёвое. Всем привет, кто подходит, с вами Роблоги есть. Пишите в чатик. Чё не пишите в чатик? А, ну я вообще все равно не успею прочитать. Ну все, пишите. А еще лучше сабайтесь. Там даже слава. Кстати, вот те, кто не очень любит особо разговаривать, можно себя сабнуться. И как бы и без слов все становится понятно, что вы любите мой канал, что вы рады стримам. Поэтому те, кто мне многословны, сабайтесь. Всего 130 рублей, чувак. О, мне пиздец. Опа, еще один босс. Ну хорошо. Мне, по-моему, надо по лазеру стрелять, да? А, вот. Понял. Ёбушки, воробушки, да это не все. Смотрите, а доколе? О-о-о-о, ну у меня, по-моему, кончик есть. Ебать, он бесконечный, этот босс. Чел, у тебя сколько фаста вообще, алё? Чуваки, я что-то, по-моему, не так делаю. Я сейчас понимаю, что я делаю что-то не то. Надо ломать, видимо. Камень три фазы. А, ну может быть. А, ну да, да, действительно. Он там просто то туда демос получал, то туда демос. О, ничего себе, редкое достижение. Подождите, а как посмотреть достижение? Прикольно. Так, ну у нас тут все вкачано. Гранаты, гранат пауэр. Может просто конт купить? Ну хотя с другой стороны. Ну вообще, наверное, конт попродуктивнее будет. Ама лимит я куплю, ну и чё, коробки-то падают. Давайте лучше конт купим. Потому что, ну, упадет нам коробка, ну, в смысле патроны, ну, это как бы ни о чем вообще. Лучше код купить. Ксенокризис называется игра, кстати, если вдруг кому интересно, как это типа называется. Она, по-моему, выходила и в Стиме тоже, и на Свитче она точно была, я ее видел. Я в нее никогда не играл до этого, но я, по-моему, видел у кого-то на стриме ее. Да, максимально патроны покупать, по-моему, в этой игре бессмысленно. Ну, только если совсем некуда деньги девать. Потому что, как бы, ну, ящики все равно подбирать придется. Просто надо, как только они появляются, сразу их забирать. И норм. Йогурт, йогурт.
Блин, патроны закончатся сейчас. Блин, ну ты охерел, что во мне вылезать, жопа. Так, тут газ распыляют, но нам этот газ не страшен. Оминг. Блин, ну-ка, я взял самую простую пушку в плане прицеливания. И нужно просто не получать дэмэдж, лол. И получаю дэмэдж. Классик. Я без проблем, про. Мина. Ты жив. Блин, вот таких бы почаще бы делали, а? Как же много всякого барахла ненужного нахер делают. А хорошие игры что-то перестали. Блин, гранатами очень сложно попадать. Я бы гранаты почаще кидал, ими очень сложно попадать. Ну вот, нам, собственно, и пригодится сейчас конт купленный, потому что мы сейчас свой конт-то и потеряем. Блин, пожадничал, хотел собрать эти самые жетончики. Ну, последний конт. Еще. Самая жопа это птица. Убили. Йогурт. О, ничего себе. Не, ну это жесть. Тут надо уже гранат начинать херачить, короче. Когда видишь столпотворение, надо уже херачить гранат начинать. Бля. Если бы еще за сейвнуток что-нибудь давали бы, то совсем хорошо. Не, ну все, пиздец, последний этап, это просто пиздец. Все, последний этап, это жесть, вообще просто жесть. Последний этап, это жесть. Интересно, они одинаковые? Надо будет потом посмотреть, мужик и баба, у них прокачка одинаковая. Интересно посмотреть, потом будет сравнить. Надо будет запомнить, сколько было у бабы. Пройти первый этап, и потом посмотреть, сколько у мужика. Интересно, просто прокачка у них одинаковая или нет? Дискард. Дискард, я не знаю, что будет дискард. А, это, наверное, выкинуть оружие, которое тебе не понравилось. Блин, вот была кнопка, оказывается, для этого.